Да. Как впечатление? Хорошо. Нормально, нормально, классно. Что больше всего понравилось? Шарики, выступления, все. У одной девочки были очень красивые волосы, вот, да. Но я стоял сзади, поэтому видел только волосы, вот. Но волосы красивые, четко. Как понравилось вам выступление наших друзей в Польше? Очень сильно понравилось. Они старались. Они молодцы. Тот, который читал на русском, не знал русского. Это шикарно было. Да, по-моему, так аккуратно. Да, наверное, так. Направо. Направо, да? Трансляция какая-то. Как, вы еще не потеряли? Нет, я табличку держу, должен видеть. Хорошо. Я сегодня спрашиваю у всех, что бы вы себе пожелали себе через 5 лет? Через 5 лет я пожелал бы изменить Украину в лучшую, поднять ее экономическое состояние. Здорово. Как себя видели через 5 лет? Я потерялась. Вообще, я хотел всегда стать депутатом, но если выйти, конечно. Ну, в принципе, все возможно. Ну, не 5 лет, но через, возможно, 10. Да. Вы становитесь маркетологом, потом дальше... Потом дальше иду по карьерной лестнице уже смотрю. Ну, надеюсь, что сюда будет. Конечно, конечно. Что пожелаете своим одноклассникам? Однокурсникам я пожелаю своим хорошего настроения, чтобы никто не ссорился из нас, потому что мы все как одна семья будем 4 года. И те, кто пойдет потом на магистратуру, тоже. Чтобы все были дружным корпоративом. Одноклассникам, с которыми вы учились сегодня? А, одноклассникам? Да. Ну, пока, ребят, я их не сильно любил, потому что они были не очень хорошие ребята. Поэтому мне я рад, что я в универе теперь. Сейчас есть шанс начать заново. Да все тут офигенные. Да? Нинка вон крутой. Да все тут классные. Я просто имена не помню. Да?